Всем привет! В этом видео я покажу вам, как шить лоскутное одеяло размером 120 на 90 сантиметров. В длину будут укладываться 8 квадратов, а в ширину 6, поэтому 6 умножаем на 8 и выкраиваем 48 квадратов со сторонами 16,5 сантиметров. У меня все квадраты будут расположены в хаотичном порядке. Если вы хотите получить определенный рисунок, то просто начертите схему на листочке и вырежьте определенное количество квадратов. Выкладываем 6 полученных заготовок в ряд в том порядке, в котором вам нужно. Сшиваем их между собой так, как показано на видео, отступая от края 0,6-0,7 мм. В итоге у вас получится вот такая цельная полоска. Далее начинаем выкладывать квадраты в том порядке, в котором вам нужно по рисунку. У меня это будет хаотично, поэтому я просто выбираю квадраты, чтобы они не совпадали с предыдущими. Сшиваем вторую и последующие полоски, так как было показано ранее. Всего у вас должно получиться 8 полосок. Вот такие заготовки у вас должны получиться. Разутюживаем швы в разные стороны на всех 8 полосках. Далее скалываем между собой первую и вторую полоску, соединяя швы. Прошиваем на швейной машинке, отступая от края 0,6-0,7 мм. В этом месте будьте особо внимательны. Швы должны совпадать друг с другом. Соблюдая очередность полоску за полоской, сшиваем наш пазл в цельное полотно. После того, как собрали все лоскутки вместе, разутюживаем поперечные швы. Далее возьмем синтепон и ткань для основания одеяла, выкроим их точно по размеру нашего лоскутного полотна и сложим их в той очередности, как показано на видео. Будьте внимательны и складывайте хлопок лицевой стороной друг к другу. Скалываем все одеяло по периметру иголками и оставляем место для выворачивания примерно 15-20 сантиметров. После прошивания убираем все иголочки и срезаем лишний синтепон. Также нам нужно срезать уголочки, отступая от строчки 1 мм. Аккуратно вытаскивая ткань через дырочку, выворачиваем одеяло и расправляем все уголочки с помощью иголки. В конце зашиваем отверстие для выворачивания вручную потайным стежком.
Чтобы в процессе использования одеяло не деформировалось и не скамкивалось внутри, его нужно простегать. Так как размер нашего одеяла не очень большой, то мы это сделаем просто по периметру, отступая 1 квадрат от каждой стороны. Скалываем его так, как показано на видео, и прокладываем строчку по периметру. По завершении обрезаем нитки, вытаскиваем иголочки и отутюживаем одеяло с двух сторон. В итоге у вас должно получиться вот такое простеганное лоскутное одеяло. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставим палец вверх и подписываемся на мой канал. Также можете оставлять в комментариях пожелания по поводу следующих видеоуроков. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.